Магадан готовится к проведению 6-го золотого фестиваля «Старательский фарт». Соревнования по промывке золотоносного песка пройдут 18 июля в зоне отдыха «Горняк». В этом году за главный приз сразятся 60 человек. Победителем станет участник, намывший наибольшее количество золота. Общий призовой фонд – 2 миллиона рублей. На промывку отведено 15 минут. За это время участники смогут промыть золотосодержащий песок в объеме 2 10-литровых ведер. Добыть драгоценные частицы можно только дедовским способом при помощи промывочного лотка и скребка. Претенденту на участие в соревнованиях необходимо до 1 июля включительно подать заявку и согласие на обработку персональных данных на электронный адрес fart@49gov.ru. В теме сообщения указывается слово «заявка». Форма будет доступна на сайте 1 июня. В течение месяца конкурсная комиссия рассмотрит заявки на соответствие требованиям и вынесет решение о допуске претендентов к участию. По окончанию основных соревнований для зрителей золотого фестиваля проведут розыгрыш «Счастливый зритель». Среди участников будет проведен жребий. Главный приз – Land Cruiser 200. Двое других счастливчиков получат большие плазменные телевизоры.